Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор колеблющейся блесны от компании Mukai. Модель называется Looper, весит 3,2 грамма. Вообще, блесны Mukai Looper выпускаются в нескольких весах от 1,7 грамм до 3,2 грамм. И вот как раз вот в данном обзоре расскажу про самую тяжелую блесну из данной линейки Looper. Приманка поставляется в небольшой компактной упаковке. Вот такой вот небольшой пакетик. Приманка выглядит вот таким вот образом. Как можно видеть, приманка очень... У меня уже много чего повидала. Сразу отмечу, что лакокрасочное покрытие у данной блесны можно оценить на крепкую пятерку с минусом. То есть, как можно видеть, ловил я на эту приманку очень много на море. Соответственно, она контактировала с различными камнями, валунами, галькой и тому подобное. И краска немного слезла, ну вот, на торцах, а на передней части и на подложке краска как лежала, так и лежит. То есть качество покраски очень хорошее. Блесна имеет вот такую вот каплевидную форму, имеет длину 28 миллиметров, заявлен вес 3,2 грамма. Давайте проверим, какой фактический вес у данной приманки. Смотрим. 3,2 грамма. Ну, абсолютно точно производитель указывает вес. Как можно видеть, на лицевой стороне нанесены названия блесны, то есть имеется надпись «Looper», и также указан вес приманки. 3,2 грамма. Блесна, если мы посмотрим, профиль имеет, ну, вот такой вот не очень-то изогнутый профиль. Немного он S-образный. Блесна достаточно такая вот массивная, компактная. Как можно видеть, блесна сделана из цветного металла, скорее всего, это латунь. В переднем отверстии нет заводного кольца, поэтому если вы, соответственно, будете ловить на эту приманку, обязательно используйте карабин, вертлюжок, ну, чтобы, соответственно, не сковывать игру у этой приманки. Блесна имеет небольшое заводное кольцо в нижнем отверстии, ну и также имеется безбородый крючок. Когда я ловлю на эту приманку на море, то ставлю, как правило, крючок Owner Flow Trigger в размере номер 10. Если же ловлю в пресной воде, например, окуней, язя, головля, то ставлю крючок S59, также от компании Owner. Приманка за счет своих небольших габаритов имеет отличные полетные характеристики, имеет эта приманка среднечастотную игру. На паузе блесна начинает осыпаться, что нередко провоцирует даже самого пассивного хищника на атаку. Блесна великолепно показала себя как при ловле на море, то есть огромное количество ласкарей, это морские караси, были пойманы на данную приманку. Также много другой рыбы, это и барабулька, и бычки, также были скорпены, ну и тому подобное. Также в пресной воде блесна великолепно себя показала при ловле окуня, белого хищника, ну и также было поймано несколько щучек на данную приманку. Выпускается Mukai Looper
широкой цветовой палитре. Блесна очень рабочая. Рекомендую обратить внимание на эту приманку. Великолепно она ловит как в стоячей воде, так и на течении. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!